Лена! Леночка! Лена! Лена, выйди! Лена! Инженерочка! Инженер, ты что, все Ленку свою не найдешь, что ли? Что ж такое, а? Ну что, давай как позови, небось. Хорошо, как ритмично давай, позови. Лена, выйди! Ну что, вы помогите, помогите. Лена, Лена, выйди! Вот, хорошо. Лена, Лена, выйди! Помогите бюджетнику! Лена, Лена, выйди! Товарищ, милый, дорогие, единственные, я вас очень прошу, все, что от вас потребуется, два удара ногой и один удар в ладоши, и помогите, все. Бюджетнику. И все вместе помогите. Хором. Лена, Лена, выйди! Я же не знаю, где она, не слышит. Давай уже! Все вместе. 3, 4. Лена! Позову мента! Лена, Лена, выйди! Лена! Лена, собирайся, надевай пальто, а не то мы сами замуж выйдем за небо! Лена, Лена, выйди! Come on! Лена, Лена, выйди! Лена, выйди, Лена, выйди, Лена! Лена, Лена, выйди! Лена, выйди, Лена! Лена! Это Лена! Лена! Ой! Вчера мужу денег на пиво не дала. Он говорит, слушай, давай разведемся. Я с тобой жить больше не могу. Я говорю, Миша, как я тебе верю? Сколько мы с тобой прожили-то? 5 лет. Ой, 5 лет это срок. Да еще 2 года ты за мной ухаживал. Представляешь, сам себе 2 года яму рыл. Своими молочными зубками. А помнишь, ты говорил мне, ты будешь жить со мной до конца жизни. Ничего не поделаешь. Не выдержал нагрузки. Сошел с дистанции. Да, до свадьбы вы кони, после нее пони. Помнишь, до свадьбы ты мне говорил, милая, ты будешь за мной, как за каменной стеной. А сам оказался штакетником. К тому же трухлявым. Кстати, а как ты будешь жить-то без меня, а? Будешь налаживать свою личную жизнь с тихой, скромной, молчаливой женщиной? С резиновой, что ли? Чего-чего? Найдешь себе женщину своей мечты? Миша, это очень тяжелая задача. Найти себе женщину, которая больше всего на свете любит футбол и пиво. Чего? Ты меня всю жизнь берег? Спасибо, дорогой. Я до сих пор чувствую себя невинной. Я буду без тебя, как птица без крыльев. Первый раз слышу, что у долбоносиков есть крылья. Благодаря тебе я стала настоящей женщиной, Миша.
Ну не надо так много на себя брать, простому ассистенту. Ой, Миш, ну какой из тебя плейбой-то? Ты посмотри на себя. Ты же до сих пор уверен, что Камасутра — это рыба, которая водится в камень. А когда я тебя спросила, какие зоны приносят удовольствие женщине, ты мне ответил — офшорные. А помнишь, мы с тобой ходили в стриптиз-бар? Ты посмотрел на девушку возле шеста, а потом говоришь, здесь так много народу и так мало места, интересно, куда наш шестом будет прыгать? Как я буду жить одна? А почему одна-то? Ну почему одна? Я куплю себе аквариум, рыбам и в голову не придет разводиться. А? Как все разведенки, буду голодная на мужиков? Миша, лучше поститься, чем есть что попало. Ты вот лучше мне скажи, а вот на что ты без меня будешь жить? Займешься частным извозом? Сколько ты сегодня заработал-то? 90 рублей? Миш, ты что, бомжей катаешь? Обидно. Такого хозяина теряю. Как ты мне классно обои наклеил наизнанку. А как телевизор починил? Показывает только рекламу. А как оригинально ванну плиткой обложил внутри и снаружи. А какой чистюля, ой, чтобы ноги не пачкать, третий год сидишь у жены на шее. А какое у тебя чувство юмора, ой. Пришел к маме на день рождения, с порога заявил, подозреваемые с вещами на выход, половина гостей встали из-за стола и ушли. А какой ты у меня спортивный. Каждый день качаешься. Сядешь в кресло-качалку и качаешься, качаешься. Каждый день бегаешь за Клинским. Потом всю ночь после Клинского. А какой крутой. Пришел в 2 часа ночи домой в камуфляжных штанах. Потом оказалось, что это женский лосин. Миша, а ты вообще кого-то себе уже выбрал? Ну, у тебя кто-то есть уже на примете? Это не ты объявление в газету дал? Сдам в аренду тело. Интим не предлагать. Кстати, чемодан с твоими вещами я еще с прошлого раза не разобрала. Осталось только пирожки подогреть. А ты меня правда бросишь или только обнадеживаешь? Что? Передумал разводиться? Вот так всегда. Только пообещаешь сделать меня счастливой, как доходит до дела, сразу в кусты.